И смотрите, теперь у меня опять вот здесь вот серебристые бисеринки. Я опять должна входить в серебристые бисеринки серебристыми э, серебристым бисером. Следите, чтобы вы правильно вошли в ту бисеринку, какую надо. Возвращаюсь через парную ей. Опять набираю серебристую. И прохожу снова ряд мозаикой. Вот видите, у нас две бисеринки будут рядышком серебристые. Еще следующая пара это получается. И опять мы набираем серебристые бисеринки. Проходим через эту пару. Серебристая пара к этой. И идем темным бисером. Для того, чтобы закончить нашу оплеточку, смотрите, с этой стороны после вершины у нас два ряда бисеринок серебристого э, цвета. С этой стороны мы уже имеем два ряда серебристого бисера, но мы закончим после того, когда у нас будет три ряда. Три ряда. То есть набираем еще один ряд серебристая бисеринка и проходим пару вместе. Пару вместе проходим. Я придерживаю таким образом, чтобы лучше стянуть. Ну, можно, кто не уверен в том, что у него будет хорошо вот стянута леска, можете пройти вот так колечко сделать на этом бисере. Вот. Теперь уже точно будет вот стянуто так, как положено. Не будет леска растягиваться. Идем, набираем серебристую пару, пару и идем в противоположную сторону. Набираю серебристую, захожу в первую серебристую и в парную ей. Ну теперь я э, думаю, что время поставить мой, мой кристаллик и только потом уже стянуть. Вот видите, кристаллик у нас настолько вот, э, ну широкенький, что вот он растягивает вот это все, поэтому я э, об этом и сказала, что вот мне не хочется, чтобы вот леска сильно выделялась, поэтому вот я возьму сейчас вот по этим двум бисериночкам еще пройду, соседним колечко такое сделаю, как с противоположной стороны, вот таким образом. Вот видите, я подтянула их друг к другу, так. И начинаю с серебристой бисеринки, начинаю двигаться вперед. Придерживайте. Пока что кристаллик у нас здесь стоит э, не очень уверенно. Он может проворачиваться, может выскочить, э, поэтому надо все аккуратно делать. Вот смотрите, в принципе, пока что нам может показаться, что ну вот края у нас вот торчат, так и все это как-то вот не очень уверенно здесь все, вот ривали наша сидит, но все это у нас со временем уберется. Итак, теперь, чтобы вот у нас вот эти края не были вот такие вот растопыренные, э, и красиво все это у нас облегало, э, мы перейдем по нашему бисеру на противоположную сторону, и вот здесь мы уплотним все это вот этим вот меленьким бисером 15 размера, вот этим меленьким бисером. То есть э, пройдем мозаику, проходим по кругу. Мы пока что еще с вами заднюю сторону не заделали но мы сейчас закончим с лицевой стороной и перейдем на изнаночку нашего кристаллика Ну, немножечко нам э, кажется, что немножко вот это слишком закрыто у нас. Сейчас мы перейдем на заднюю сторону, и когда будем заднюю сторону оплетать, вы увидите, как вот эта вот сторона у нас немножечко приоткроется. Вот я по бисеру своему сейчас буду переходить на изнанку. Мне нужно попасть в первую бисеринку возле серебристой. Вот смотрите, я вышла в соседнюю и сразу перехожу. Вот таким образом у меня леска ляжет. Я перехожу сразу в первую темную бисеринку. Она у нас выступающая, да? Вот перехожу в эту выступающую бисеринку. Рядом с серебристой набираю две новые бисеринки. То есть здесь мы закрывать будем очень просто. Ну, в том э, плане, что здесь нет особого плетения. Мы просто набираем определенное количество бисера и перетяги... делаем такие перетяжечки. Видите, я буду подтягивать вот так хорошенько. И за счет этого у меня будет открываться лицевая сторона. Видите, я вошла в бисеринку. Будем проходить только по выступающим бисериночкам. И э, все время в соседнюю будем проходить. Вот я вошла в выступающую и зайду назад в бисеринки, какие мы только что набрали. Подтяну хорошенько. И зайду в следующую выступающую бисеринку. Уже с этой стороны. И теперь мы трижды наберем по три бисеринки. Вот таким образом все подтягивая и закрывая заднюю сторону. Три бисеринки. Заходим с противоположной стороны в выступающую бисеринку. И хорошо каждый раз надо подтягивать, чтобы у нас вот задняя сторона закрывалась без того, чтобы открылась леска. Вот можете придерживать вот так пальчиками, чтобы не расползалась назад, когда вы подтянули. Заходим в следующую выступающую. То есть вот таким вот образом мы закроем всю нашу изнанку. Итак, двигаемся дальше. Вот я уже закрыла всю о, изнаночную сторону, то есть две бисеринки, три бисеринки, три бисеринки, три бисеринки и две бисеринки. И теперь мне надо выйти. Вот смотрите, у нас есть самая верхняя э, темная бисеринка нам нужно выйти вот в эту бисеринку э, которая ниже сразу после вот этой самой верхней бисеринки. мы пройдем по нашему бисеру, чтобы наша леска вот была немножечко скрыта да вот таким образом и вот так лесочка у нас будет прятаться между бисером, Поправляете леску, чтобы она легла между бисеринками и не была видна. И вот я выхожу в эту бисеринку от угла, видите, от угла к центральной части моего э, кристаллика. То есть вот таким образом набираю одна темная, одна серебристая, одна темная и захожу в следующую бисеринку этого ряда. То есть Смотрите, следующая идет так. Вот захожу через, одна, через одну получается. Вот таким образом. Теперь набираем одну меленькую бисеринку. Заходим в следующую тоже в этом же ряду. Опять набираем темное, серебристое, темное. В этом же ряду проходим. Опять одна меленькая. И еще один вот такой уголочек делаем в этом же ряду. Темная, серебристая, темная. И выходим в последнюю бисеринку этого ряда. Все, одну сторону мы оформили, вот, и точно так нам нужно на этой стороне оформить, поэтому мы по бисеру сейчас будем переходить на противоположную сторону. Опять вторая после самой высокой. Вот смотрите, это э, в, самая вот верхняя бисеринка темная, мы должны выйти вот в эту бисеринку. Ну, каждый может найти свои пути, каким образом вот туда попасть. Ну, э, то есть, как вам будет удобнее пройти. Видите, тут все зависит от того, какая у вас иголочка будет. Немножко э, затруднено вот это. Можно с изнаночной стороны попробовать. Ну, давайте вот мы так и попробуем сейчас. Будем проходить по бисеру с изнанки. И вот сейчас мы выйдем. Это самая верхняя бисеринка у нас вот такая. Иглы очень мягкие. И э, видите, они так изгибаются, что тяжело, конечно, протолкнуть ее без того, чтобы ее изогнуть. Хотя она проходит достаточно свободно. Вот. И и выходим в бисеринку, какая нам нужна. Не хочется заходить в другие бисеринки, только в эту. Вот вот таким образом все и с этой стороны мы повторим все то же самое что только что сделали с противоположной стороны то есть наберем вот три таких уголочка темная светлая темная немножечко разогну иголку мелкая Итак, продолжим.